Больше полумиллиарда тенге налогов выплатил индивидуальный предприниматель в Уральске. Однако делать этого бизнесмен, работающий в сфере строительства, изначально не хотел. За уклонение сотрудникам агентства по финансовому мониторингу пришлось проводить досудебное расследование. Выяснилось, что с 2019 по 2020 годы предприниматель необоснованно включил в налоговую декларацию искаженные сведения. Он завышал суммы приобретения услуг и таким образом недоплатил в казну больше 605 миллионов тенге. Данное досудебное расследование прекращено, поскольку предприниматель, осознав свою вину, добровольно уплатил задолженности по налогам и пени на общую сумму 752 миллиона тенге. Такое освобождение от уголовной ответственности предусмотрено примечанием Уголовного кодекса.